Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy S7. И сейчас я покажу вам, как стереть настройки на этом устройстве, не теряя личных данных. Для начала нужно перейти в приложение «Настройка». После этого спуститься вниз и выбрать пункт «Общие настройки». Затем, естественно, выбираем пункт «Заброс». У меня защитное стекло, и поэтому не очень хорошо ловит нажатие. Так, теперь нажимаем «Сброс настроек». «Сброс настроек». Сейчас вы должны будете нарисовать свой пароль, ну, либо же у меня, допустим, графический ключ, вы, возможно, пин-код должны вписать. И нажимаем «Сброс настроек». И ждем, пока телефон перезагрузится. Ну что ж, ребят, вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Настройки сброшены. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока.